деле никаких договоров перезаключать не нужно. То есть, если у вас есть карточка Казкоммерцбанка и срок действия этой карточки еще продолжительный, то, соответственно, вы можете пользоваться этой карточкой. Никаких документов приходить, переоформлять, депозиты, кредиты, договора подписывать не нужно. Все это идет по тем поддоговорам, которые вы подписали в Казкоммерцбанке. Хорошо. Поэтому я уверен в том, что там вы как клиент, дорогой клиент нашего объединенного банка, не почувствуете разницы. Хорошо. Только самое главное, вы должны почувствовать улучшение в качестве обслуживания наших клиентов. Ну, хорошо, я только рад. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Удачи. У нас стоит задача улучшить качество и сервис нашим клиентам. И у нас в перспективе это будет. То есть у нас будет карта, у нас будет геолокация всех банкоматов и режим работы данных банкоматов. Но, как правило, наши банкоматы всегда работают 24/7. То есть это наша задача, и там мы понимаем там социальную ответственность, да, по выдаче денежных средств из наших банкоматов. И наша задача, конечно, чтобы банкомат работал 24/7. И вот мы стараемся там идти к этому. Что касается 20-тысячной купюры, то есть сейчас у нас идет настройка всех банкоматов с функцией кэшин, да, по приему наличности, да, на то, чтобы эти купюры, 20-тысячники, мы принимали. То есть я думаю, в ближайшее время мы изменим эту ситуацию, и наши дорогие клиенты... Да, мы знаем об этой проблеме, мы знаем проблемы, именно связанные с прошивкой, соответственно, технологически мы сейчас это исправим. Я думаю, в ближайшее время мы ситуацию всю искреним. Ну, в любом случае, то есть в объединенном банке через Homebank вы можете спокойно регулировать своими депозитами. Конечно же, всегда мы проводим какие-то улучшения там, по насыщению продуктов интернет-банкинга. Соответственно, какие-то будут новшества, дополнения, но это уже наш основной сайт, на котором мы будем работать. Главное там сейчас, это самая важная вещь, это предоставить качество и сервис нашим клиентам. Во главе угла там, да, это у нас клиентский сервис. То есть мы хотим сделать так, чтобы наши клиенты Объединенного банка не почувствовали ухудшение сервиса и качества предоставляемых услуг. Мы будем делать все для того, чтобы наш сервис был всесторонним. Поэтому там не переживайте, мы сделаем все для того, чтобы качество было намного лучше в лучшем банке Казахстана. Спасибо большое. Но если мы говорим про интернет-платформу для юридических лиц, это будет у нас онлайн-банк. То есть, по сути, там клиенты Казкоммерцбанка не почувствуют никакой разницы. И вот как они работали в этой системе, так они будут также это работать. Более того, мы ее насытим новыми продуктами для того, чтобы было бы намного там эффективнее и качественнее там предоставление сервиса для наших клиентов. Поэтому... А по поводу этого Homebank для физлиц, да, они будут объединяться с тоже полностью? Вот как раз и интернет-платформы, и Homebank, и онлайн-банк – это будет одна единая платформа для наших клиентов Объединенного банка. То есть, соответственно, клиенты будут пользоваться и Homebank, как физические лица, и онлайн-банком, как юридические лица. Вы знаете, объединение двух крупнейших банков в Казахстане, да, то есть у Халыкбанка самый высокий рейтинг среди банков Казахстана, признанным международным агентством. Соответственно, вы можете не переживать, более того. То есть вот этот счет, если, например, в Казком закроется, он перейдет автоматически. Все правильно. В объединенный банк. Все правильно. То есть все текущие счета клиентов, которые сейчас обслуживают Казкоммерцбанка, они перейдут уже в объединенный банк, и вам не нужно будет приходить, переподписывать документы, чтобы мы хотим создать как можно комфортные условия для наших клиентов. Устранить все неудобства. Вот самая основная задача для того, чтобы мы могли работать с нашими дорогими клиентами.